Ребята, не могу не записать. Я нахожусь в Омске. Сейчас микрофон спрячу, не пугайтесь, если что, шуршание. Я нахожусь в Омске, гуляю по нему. Ребята, как же мне нравится Омск. Он такой современный. Он частично, конечно, старый, но очень много строящийся. Вот, пожалуйста, куча этих строительных кранов стоит. В то же время где-то на окраинке можно увидеть совсем старые деревянные домики. Ух! И совсем новые домики. Я перехожу какую-то реку, и, честно говоря, я даже не знаю, какая это река. И очень даже возможно, что это Иртыш. А может быть и нет. И мне повезло с закатом, просто красотища. Куча машин. Куча гуляющего народа. Хотя сегодня, в принципе, не выходной. Сегодня четверг, получается. Давайте-ка поглазеем на красивую речку. Ну, думаю, что, наверное, это все-таки Иртыш. Птички летают. Чаечка налево, чаечка направо. Лодочки ездят. Закат красивый. Фотку сейчас сделаю. Фотку сделала. Какая же прелесть. Вот на той стороне реки. Забыла, какой город-то на той стороне реки. Ладно, шучу. Просто задумалась. Это, ребята, Омск. Омск, ребята, чудесен. Приезжайте, я в восторге. Нет этих надписей от города. Извините, я забыла, что я пишу видео. Замахала сотовым. Машин куча. Водители здесь только диковатые носятся, конечно. А так все круто. Молодежь классная. Вообще веселая, классная, забавная, прикольная. В общем, все круто. Пошла гулять дальше. Пока.